Хочу всех видеть. Вот так. Ну, вы все-таки живы, творчески живы же. Да. Вот это замечательный ответ. Ну что ж, значит, надо начинать. Я вот пользуюсь тем, что я называюсь, правда, я почему-то не знаю, почему я теперь не главный, не художественный руководитель, а главный режиссер. Это еще важнее, Вера Андреевна. Еще. Ой, Боже мой. Я беру свое право на то, чтобы предоставить слово директору нашего театра, новому человеку, Светлане Валентиновне.